Всем привет. Меня зовут Мариарти. И где я был? А я учился записывать нормальные ролики. Ну ладно, просто не было времени. А теперь я заболел. Мы играем в такую игруху, вот. Забыл, как называется уже. Сейчас 5 секунд загрузится, и все. Тут зомби 3. Что-то звука много, надо поменьше сделать. Продолжить. Короче, газетка летит. Это белые кораблики, вот это все. Ой-ой, роды. О, май гад. Мне такой... Ему нужна помощь. Это нужно мне заблюривать или не надо? Вот и дед какой-то. Она заряжена, нужно ее убить. Она может обратиться в любую секунду. Я знаю, но мы должны спасти ребенка. Это было ее последнее желание. Ух ты! Это кто? Бубсик какой. Ой, это я? Пускай будет просто класс. Ух ты. Как его мать, она выглядела неважно. Осторожно, она сбежала. Нет, дед, мы деда сожрали. Давай, мужик, мочи их всех. Давай, пацанчик, бери пацанчик и вали. Давай, валим. Ну что встал-то? А, еще бобриков оборонять. Да в смысле, это что, не я? Там не я лежу, что ли? На тебе. Достижуху какую-то еще дали. Опа, сзади. Японский городовой. Что за шикомар? Падал. Все, взять его? Можно выкинуть? Открыт. Положить. Ух ты, вот это мне надо. И против кого я буду? И где бебрики всякие, пупсики? Ура! Рождение героя я завершил. Типа, что, мы будем его воспитывать сейчас? Или это мы будем все-таки? Подсказки. Наверное, клик в свободном пространстве активируется прицеливание. Прицеливание. Повышенная точность плюс 10% урона. 20 лет спустя. И что, мы типа померли? Ну, ладно. Это молодой, наверное. А это кто? Это я, что ли, уже? Фрэнк. Работа защита леса. Увлечение. А, спасибо. Они решили среди развалин старых городов. Мыслых снаряжения, еды и медикаментов. Это мы? Увлечение, забота о дочке Аманде. Спасибо. Это мы, да, Аманда? О, вот это мы, да? Вот это, дядь. Вот это петух, мы бежим. А, мы типа бутылка, мы плывем по речке. Это мы? Ладно. Ну, а мы-то где? Ну. Вот это я помидоры? Или вот это я петушок? Да, это я, давайте. Альфа-самец. Это я, да? Все, давайте мне играть. Да в смысле? А, ну как всегда, мы играем за алкаша. Давай, поднимайся. Избранный. Увлечение. Подчинение приказанного игроку от Бога. Спасибо, мне игроком от Бога назвали. Давай, открывай глаза, пробухивайся. Штуку выкини, молодец. Зачем она нужна? Давай подумать. Да все, пропускаем диалог, кому надо. Те сами скачают эту игру. Чего мне к этому? Ладно, не буду. Вот это я, да? Насилит, ну как ощущение? Я жажду действий. Теперь ты будешь ходить по ходу. Спасибо. Ок. Что дашь? Ух ты, это не надо. Вот это возьму. Спасибо, спасибо. Сюда нам. Ну. Стрельбище. Чё я стрелять еще не умею? Типа вначале я не умел стрелять. А, ну типа вначале мы же играли за совершенно другого челика. Двойной клик. Ну, продолжить. Что тут? Где моя пушечка?
Алло, что мне бочку разбить надо? Открыто. Ух ты. Ну если вот это железное, то вроде железное на конце. Оно очень жесткое. Надеть. Вот это надеть. Все, поехали. Я вот эту штуку взял. Сюда. Че, ближнего боя нам пригодится. Можно я так сделаю? Подойду и... Нормально. Что я теперь? А, вот. Смысл просто на хэштеге. Стрелёк я отбогу, конечно. Тренировка по стрельбе. Спасибо. Карта. Назад идти. Сколько бензина жрёт вообще? Вроде пешком ходит, а бензин пьёт. Фига мощный. А, кстати, я заболел, поэтому теперь будут ролики чаще выходить. Слышь, пацанчик, я сходил. Давай нам расскажи подробнее. Ну, у меня принято, все понятно. О, с этой девкой можно поговорить. Что ты мне скажешь? Эй, как дела? Да почему у меня 21-е нужно? Ладно, что куда надо еще? Что куда нам типа надо-то? Ага, все. Почему он ходит, у меня бензин бьет? Почему так-то? 58 попаданий в голову, 18 обычный урон. 20 урон взрывом. На-на-най. Подсказки. Следите, как ваше оружие наносит урон. А зачем это надо? Так. Вращать или нет? Ну, повращаем. Колесо удачи. Плюс 75 каких-то там реликов. Ага, фиг я могу только вам смотреть. Зомбаки, идите сюда, я вам сейчас бошки посношу. Ты чё, падла, на? Чё, тоже боканула, на? Ты башню вам снесу сейчас. Чё, вообще оборзили? Ой. Простите, пожалуйста. Да ты... А, меня сейчас схавают. Ловите просто вам. И чё, куда теперь? Где еще зомбачки? А, да. Все, знаком перерублю. Так, ща! И что? А, заборчик. Я, типа, зомби через него не перелезли. Чешки пазы. Откуда кусают? Садимся в бошечку. Его. Вернуться в город. Конечно же. И дойти. Почему мы пьем бензин? Канистра, друг человек. Ну я говорю же, мы бензин пьем. Помогает нам ходить быстрее. А что, давайте ведем это в медицину, в принципе, что. Человек плохо стал. Он взял бензинчика, бахнул. Говорить. Чё ты? Что ты мне предлагаешь? Вот так. Это что? Давайте все куски. Да, кусков. Ты чё, как выйти? Вот, всё. Чё ты на кошин валит? Ну что ты здесь? А чё ты весь газ? Не будет его кашки вычищать, чё? Японский городовой. Похоже. Чё там у Фрэнка надо? Чё ему? Что у Фрэнка надо? Чё за бонус? Вот, пацаны, чё надо? Ух ты, спасибо. Расскажи подробнее.
Продолжай. Ага, сейчас опять будем на какое-то дело выдвигаться. Как надо. Сюда нам надо. Разрушенная фабрика. Такой тут много бензина хлебнул. Ты чё, пацан? Да зачем нам следить, как оружие носит урон? В принципе, чё такого? Ну, убьют за 10 тысяч или с первой, какая разница? И чё тут? Ух ты, вкусняшки! А такое нужно надеть. Гады ползучие. Подожди, а где гранаты? Вот они. Туда их. Чё вам ловите? За хату им бабахнули. Так будет стоять, хорошочки давать. Кауза нету. Ну все, Павел, иди сюда. Ты чего? На. Так получите. Вам ничего это не напоминает? Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah, I wish I knew. Все фанаты, наверное, хотели узнать, что на втором этаже школы. Давайте заглянем. А вот что тут. На. Туда. Да ё, ну чё пугаете-то? Резвиться даже не даете. Что вы там видите-то? Тьма 4. Ладно, без пользы буду. Держимся в голову. Домой. Бензинчика-то очень мало у нас осталось. Да, кстати, похоже, этот создатель игры брал там текстуры дома. Откуда же брал и создатель Чикина. Торгуется. Ну, так, что я вам надо? Поработать. Ладно, с этим поговорим. О, нет, я не унижена. Чё мне? С Ренком лучше поговорим. Удалось, да, миссия выполнена. Да, есть время, что еще? Скажи подробнее. Без проблем. Сейчас, короче, вот это вот заканчиваем. Спасибо большое. Что у нас тут нарисовать? И что ты орешь? Что ты ругаешься? Забрать. Вот на военную базу. Какую военную базу мы 20-летие недавно справили? Какую нам базу уже военную дали? Вы о чем, пацаны? Че, в армию пойдем, да? Что-то вы опоздали на 2 годика. Давайте. Ну, отправляемся. Продолжить. Пацанчики такие умные. It'll help the woodlands from the Zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure. I will cover you from the car. Все, погнали. По-любому нас кинет. По-любому сейчас уедет. Ну, капец.
А ты типа не агрессивный? Чё, как взять это? Ладно, понятно, варим. Бежим, бежим за припасами. Я боюсь. Да боюсь, помогите! Ой-ой-ой-ой, ой, Санечка, снимаешь? Снимаешь? Ой-ой-ой. А где? А, вот они. На базу. Уже поджидает поклонница тут. Теперь немного пострелять. Бими постреляй, нами борьба. Попадаешься, ты остаешься там, любимка. Сюда, назад. Все. Че, еще можно? Можно у него заколоть? Китка вот этого. Сюда. Все, ребят, с вами был Даниил Простоквашинский. И на этом моменте мы закончим. Всем покеда. Подписывайтесь на канал.